Хендмейд открытки со стихами приготовили ученики 64-го лицея. Надеются, имениннику понравится. Ведь сам Дед Мороз всегда угадывает с подарками на Новый год. В прошлом году наушники просила, принес. Всегда все, что прошу, всегда приносит. Все как по маслу всегда. А вы как будете дедушку поздравлять с днем рождения? Открытками. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине, Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима, ударяют морозы. Сколько лет дедушке, точно не знает никто, даже он сам. Дедушка Мороз, если не секрет, сколько вам лет? Мне? Ох, сколько мне лет? Больше 2000 лет. Ничего себе, ну вы так отплясываете всегда на хороводах. Как вы следите за здоровьем? Откуда энергию берете? А вот, да, зарядкой занимаюсь, в проруби купаюсь, конечно. И пью витаминчики, да, чаи на травах. Это все поддерживает здоровье. 77 городских ктосов привели своих штатных волшебников в сквер Дзержинского. Морозы прошлись сначала парадом, потом хороводом, периодически отвлекаясь на селфи со всеми желающими. Из октябрьского ктоса в красной шубе сегодня барышня, замена вынужденная. Сегодня это уже первый шаг к этому дню, к этому нашему Новому году, уже который будет, уже, можно сказать, на пороге сегодняшнего дня. И поэтому мы счастливы, мы сегодня очень рады этому празднику, что в нашем городе сегодня так здорово. А мужчина у вас кто в дефиците? Ну да, нет, наш Дед Мороз, если честно, маленько заболел. У него дедушка температура, и поэтому сегодня получилось у меня исполняющая обязанность, совершенно верно. Отметить Новый год активно зовет к себе ктос Степной. Каждый год в этом поселке строят горку, заливают каток, наряжают елку. У нас очень большая елка, живая, мы не рубим ничего. Да. Да, метров у нас, наверное, 30. Елка. Так что приезжайте, посмотрите. Она пышная, да, красивая. Да, да, да. У нас всегда очень много народу. Очень елка красивая. А в этом году уже начали украшать, готовиться? Нет, пока еще. Нет, мы только игрушки начинаем делать. Да, мы только готовимся. Игрушки. А сейчас вот пока на праздник приехали со своим Дедом Морозом. Кроме именинника в общем хороводе мы заметили мышь. А я сегодня утром проснулась и первая поздравила Дедушку Мороза. Вот так вот, потому что мой год наступает. Год серой мышки. Праздником, Дедушка Мороз. Смотрите, сколько их много! Здорово! После дня рождения Деда Мороза в городе официально начнут подготовку к Новому году 2020. Присоединиться может каждый. Нужно украсить свои окна и балконы, чтобы город сиял ярче. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7.